2012 год. В Чувашии начал вещать собственный региональный канал. Национальное телевидение Чувашии – электронное средство массовой информации нового поколения. Современное оборудование и программное обеспечение позволяют обходиться без кино и видеопленки. Это шаг в эпоху цифрового вещания. Уже сейчас мы можем вести репортажи из любой точки республики, будь то открытие 9-х сельских спортивных игр на стадионе «Олимпийский», День республики в Чебоксарском районе, фестиваль «Родники России» на Красной площади. За год коллективу телевидения удалось проделать колоссальную работу. Кроме ежедневных новостей в эфир, выходят более 20 различных программ на русском и чувашском языках. Создаются телевизионные версии театральных постановок и концертов. После многолетнего перерыва в эфире появились всем известные картины, переведенные на чувашский язык. Меньше чем за год телеканалу удалось собрать богатый архив. С весны программы национального телевидения Чувашии смотрят, кроме чебоксарцев, зрители Новочебоксарска, Козловки, Цивильска, Мариинского Посада, поселков Тюрлима и Опытные, других районов республики и пользователи сети интернет. Всего год работы и уже победы во всероссийских конкурсах. Журналисты национального телевидения Чувашии признаны лучшим авторским коллективом конкурса «Доверие». Автор программы «Дерево дружбы» Олеся Русакова стала дипломатом конкурса «Единение». И это только начало. Утром и вечером в будни и выходные пишется новейшая телеистория Чувашии. Так выглядит республика в новом формате.